Да, у меня кукуха пальчика поехала. Заменяет мальчик. Да, я подтверждаю, что вставлять себе палец в жопу — это самое большое удовольствие в мире. Проверено. И я это подтверждаю. Ачху, бля, ебать. Ладно, Амин, ты не против? Парик давит сильно, наверное. Шо? Ты вызвал эти шо? Да. Уля, какая ля, ебать! Да ну на. Ага. Ага. Ну да, DVD видео. Сейчас, секундочку. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Отлично. В уголок должно попасть. Лайк. Ебите баб на свежем сене, КБ сосать Сергей Есенин. Опа. Хочешь играть в популярные игры и не экономить на завтраках? Забирай аккаунт с рулетку Кеми. Ну ебал я ее, нормально там все было, в принципе. Что такое? Да? Что? А это что у тебя такое? Камера. А я думала сама. Блядство! А нахрена ковыр... И уходит. Мне, кстати, сегодня похожий сон снился, если честно. Я вот сейчас это увидела и поняла. Мне снилось, что я ехала, и... Короче, какая-то снилась фигня, что... Была такая железная дорога, когда много путей уже, знаете, перед вокзалом, там, например, каким-то. И куча поездов, и они все были завалены, как в каком-то постапокалипсисе. На бок. И из-за этого было остановлено движение, и всех заставляли ехать по другим путям. И ехали автобусы какие-то прям по железной дороге. И мне пришлось на машине ехать прям по железной дороге. Не знаю, к чему я это рассказала. Ну вот, выглядело похоже. А навстречу, да, ехал какой-то поезд еще. И приходилось его объезжать. 228-33. Как там? Всем мы братьям салам! Это так там было? Можете его усыть? Уже оно как-то дезинфицируется. Ветерком там продувает, все каки-паки уходят. Я вообще, да, я в этом плане выхожу такой сначала голову, там лицо, все тело, а потом уже жопу и член. И, в принципе, я полотенце не меняю еще много раз, повторяя это действие. Ты его никогда не меняешь, а у меня я. Она его меняет. Ну, в общем, я запоминаю просто места, где я, какими я жопу вытирал. И стараюсь не попадаться. Я так же делаю. Все так делают. А вообще, если хорошо на очко надавить и протирать жопу, то можешь черкаш оставить. Это будет как напоминание. Сможете определяться просто, чем лучше лицо не вытирать после этого. Но с другой еще одной стороны, если это вы, это же ваш организм. Какая разница? Не, ну серьезно. Лучше всех показывает фокус Илья. Фокус с исчезновением пива КП. Пожалуйста. А почему Илюха? Почему Илюха надел эту кофту без футболки? У него нет никакой футболки под ней. Чё? Почему он так оделся? Да как они успевают и там стримить, и ночью, и днём, и еще и из дома? Я не понимаю. Как эти... Они вообще не спят, эти чуваки, или чё? Вот это палец. А вот это сейчас был нормальный тайминг, все в донасте. Ебать, а можно как-то яркость ебануть? Можно. Ну ничего такая, кстати. Подожди, там где-то жопа была. Где жопа? Где-то вот жопа где-то. Девушка, мы ваш инстаграм смотрим. Бля, у нее ребенок, пойдем. В смысле? Понял? Это не... Давай, все. В смысле перепутал с гексогеном, если ты и есть гексоген? Блин.
ребра болят. Это же и есть гексоген и его тян. Я про них говорила. Инстаграм смотрит. Бля, у нее ребенок, пойдем. Понял. Давай, все. Понял. Хорошая машина, все классно. У меня девушка ни разу не пукала, при мне это нормально? Нет, вы расстанетесь скоро. Если она перед тобой ни разу не пукнула, вы скоро расстанетесь. Если она все держит в себе, это плохо. Значит, она тебе не доверяет. Она рофлит, она не в курсе. В смысле? Если твоя девушка про тебя не пукает, она тебе изменяет. Бросай ее. Бросай. Вы хотите сказать, что это не гексоген, типа вот это вот чувак с девчонкой? Но это же они стримерили РЛЭ там откуда-то с Твичкона. И по Москве ходили. То есть это две разные пары людей. Я не рофлю, ребят, я правда. Я думала, что это один тот же, ну, типа, чувак, и его, это, ну, такая девушка-блондинка. Я реально, я не в курсе, я же не смотрю, я вам говорю. Я думала, что это одно и то же. Один тот же канал. А, кстати, а ты помнишь детскую мерилку? Блядь, ну ты что-то уже по хардкору пошел. По типа, мирись, 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 больше не делись. Что с тобой жжет, блядь? Да, короче, вот с этой стороны бог болит. Типа, если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться ни при чем, буду драться кирпичом. И вот дальше я не помню, но судя по тому, как темп набирает, да, тут мирись, потом кусаться, драться кирпичом, потом следующий я зарежу тебя нахуй. Да, блядь, какая посторонняя, я честно, блядь, я поняла, что дом, это разные люди, окей. Типа вот, как-то вот так эта мирилка, по-моему, должна. Но я думала, что это дальше одни и те же люди. Осваришься? Клёвый пёс. Лапу доебать. Прикольно. Это одни и те же. Смотрите. Так одни и те же или разные, я не поняла. Фотографию. Ему чел отец, пиздец, у тебя фамилия Абасанская. Ой, там, ой, блин, ну что за херня? Ну почему он не грузится? А я думал, ну, это короче, смотрите, четвертая секунда, он грузится. Я не успела прочитать. Четвертая, 14, 13, 12, 11, 10, ой, это хвост. 9, 8, 7, 6, 5, и загрузился. Можем это разные люди тебя троллируют. Какой-то бублик коричневый, который блин, двигается. Блин, чат, идите в жопу. Мне это напоминает старый мем, где надо было двигать точку вот по таким лабиринтам. А в конце... Это... Именно об этом я и говорил, да. Бумер? Только там страшнее было, это какая-то уета. У тебя аппендицит другой, ну, бок да, болит, да, другой. У меня одна из последних. Левый. Обидно. Ну а в принципе, что ты хотел? За 4,5. А когда ты покупал, о чем ты думал про игры с 4,5? Гексоген и Модес стал разным. Я не думал, я хотел Марио, it's me! Я понимаю. Тогда я, ну, тебя не в чем обвинить. Пепелище цивилизации, небольшая группа генетически немодифицированных людей создала бюро генетической защиты. Здесь, в здании Чикагского аэропорта. В своей миссии мы избрали грандиозный эксперимент по очищению человеческого генома. Мы с Аляшей, в принципе, там тусовались, когда... За что в жопу? Она немножко полизала мои яйца, я немножко ее пизду полизал. То есть, что в этом такого? Какая-то другая хуйня должна быть. Да она есть, типа, все нормально, ебать. Блять, ее сначала прикольно нужно было ставить в чесок. Это будет прикольная пара. Ой, блядь. Блядь, да ну нахуй ебать этот компьютер, блядь. Нихуя себе, здравствуйте. Блядь, руны сейчас появятся. Вот у нас две руны нижние потерянные.
здесь. А что ты, а что знаешь, Вася? И все проебано, проебу-ка я и ульт. Что это? Как я вообще успел это увидеть? Скажите мне. Хорошо. Вот, ой, твою мать, это что такое? Что это на... Что это? Бля, заплатки чьей-то жопы, блядь. Но мы это не будем показывать, чтобы не позорить производителя. Сзади тебя. Ну никогда не знаешь, что найдешь. Мне как-то друг в колбасе гандон нашел. Смотри, когда высоко в пакете стоишь, показывай лайфхак, как делать. Ребятки, вам наверняка интересно, что же было дальше, а продолжение вы можете найти на нашем телеграм-канале, на нашем новом телеграм-канале, потому что YouTube, к сожалению, может не пропустить такое видео, это цензура. Так что ссылочка будет в описании, переходим, подписываемся на телеграм-канал. Вы что, охуели? Как и тебе? Что? Это пиздец. Блять, это отписка. День завершается на позитивной ноте. Да ладно, бля, мужик. А, все, я вижу название канала. Это не Гексоген. Я думала, что это Гексоген. Black Star. Да? Как с Клавой нашлись друг с другом. Меня просто пригласили с ней постримить. Мы не были знакомы. Она поняла, но вы меня обманывали, чат. Вы сказали мне, что это одни и те же люди. Это второй канал Гексогена, где он стримит из хаты.